У нас на шахте был взрыв. Очень много людей погибло, в том числе и моя неродная, ну, сводная мы. Сестра тоже погибла. И мы выносили этих людей, погибших, с четвертого горизонта на третий горизонт, потому что канат туда только хватал. И вот оттуда людей уже на вагонетку ложили там мужчины, и на гора, я по-шахтерски, на гора выдавали. А потом 5 мая мы хоронили уже их в братской могиле. Вот. Такие дела. У нас как раз и взрыв был, и вот это несчастье случилось.